Передача странноватая на ближнюю штангу, но будет еще одна попытка, на этот раз совсем на дальнюю штангу. Опасно! Гол! Гол забивает хозяева. Здорово очень было. Была преодолена оборона санкт-петербургского «Зенита». И Кисенков делал скидку. Просто замечательно. Здесь Тимощук смотрел на мяч. Ну, в общем, не мне, конечно, учить, а над участием. Еще раз мы смотрим. Вот подача на ближнюю штангу. Здесь мяч у Филиппа отбили. Ширл вот в районе центральной зоны находился. Пятились. Погребняк с Тимощуком. И в итоге совершенно...